Ку-ку, котятки! Это я, Ира Чеснокова. Если вы заметили, я снова начала говорить с вами за кадровым голосом. А это значит, мы придумали новый эксперимент. Мы давно хотели найти место, где с вами можно было бы общаться ближе. И мне кажется, мы придумали. Вот тут. Это не выпуск шоу. Но зато тут мы сможем показать вам, как и что у нас устроено. Ответим на ваши вопросы и, в конце концов, объясним, куда мы пропадаем. Приятного просмотра! Да вроде держится. Держится, ребят. Микрофон. Давайте пока микрофоны не упали. Надо начать. Ку-ку, котята. Да. Диман дом не ночевал. Я и на 7-8 площадке терся. Что? Она что, не знала, что... Откуда? Мне что, прислали уведомление? Дмитрий в доме. Спасибо. Птичка в клетке. Не, она не знала, походу. Мы же вчера сказали тебе, что я иду на свидание. Да. Да. Но итога-то финала не знала. Свидание будет как бы... С ночным Чтобы продолжением. Будете трехаться, так сказать, если ты понимаешь, о чем я. 2.5 часа. Original video. Блин, вот на самом деле, вот этих... Ненавижу этих мужиков. Реально, 2.5 часа. Кому ты сделал приятно за эти 2.5 часа? Там женщина просто устала. Да ты просто не понимаешь. Там же просто это целое иммерсивное шоу. Там и разговоры, и все. Нет, если вы с ней всего 2.5 часа виделись, и здесь все включено, да? Диман, отличная реклама себя. Ну, типа, был секс. В какой-то момент было, типа... Предсексия, после секси. Да, между секси было. Да. Мы такие просто рассуждали, типа, представляешь, если я русский король, а ты, типа, иностранная принцесса, я тебя украл. И ты вначале сопротивлялась, а потом меня полюбила. И все это в крошке картошки? Реально? Да, внутри, блядь, самой крошки картошки. Ну что, это где-то для био в Тиндере отлично. А, создатель иммерсивного шоу? Предсекси, после секси, между секси. Ладно, все, закрыли тему. Нам, давайте, да, представимся. Привет, на всякий случай, если вдруг мы не сделали этого до, я не помню, конечно, поздоровались нет, мы или нет. Это мы, создатели шоу «Бар в большом городе», Михаил Ким, креативный продюсер, привет, человек, привет, ответственный привет за приглашение к осадке в шоу. Иван, лучше достижение в Тиндере напишешь. Было круто, я считаю. Дизлайк тоже лайк. Ответ на бесконечный комментарий. Это что, Эрнеста? Это что, Эрнеста мы видели там? Ответьте, мужчина, это Эрнеста? Сейчас, подожди, мне надо носки и подштанники. Не торчали. Создатели иммерсивного шоу. Предсексия, между секси и после секси. Предстояние. Да, Дмитрий Александрович, Эрнеста, заткнитесь. Давний друг Ирочки и Мишечки. Бро. МС бро. И, конечно, Михаил Ким. Он же Михаил Ким. Мы представили его, хватит. Ну, давайте, блин, друг другу будем представлять. Давайте по другу. Просто друг другу представьте сейчас. Дело в том, что я в какой-то момент... не шоу, а вот этого того, что мы сейчас... Вот этого нового нашего внедрения. Дело в том, что мы решили... Я начала получать угрозы, начинающихся со слов «Где бар?» «Если бара не будет, я жду». Да. Я ты не могла ничего очень... делать в сторис, тебе всегда писали. Ты что, ходишь? Ты что, дышишь? Да, 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 да. Началась вот эта история, что типа «В смысле вы в баре?» Это очень хорошо, что вы, конечно, на спектакле, но где шоу? Классно посмотреть, чтобы увидеть вас на премьере фильма, но где шоу? Вот, и я просто хожу, оглядываюсь уже и действительно думаю, где шоу? Потому что я сама не знаю, где шоу, и вот позвала людей, которые вместе со мной ответственны за создание шоу и за шоу на канале «Бар в большом городе». Вот. И сегодня мы решили исповедаться вам и рассказать, и сами для себя понять, где же действительно шоу. Так сказать, немножечко, так сказать, показав кухню. Да, да. Это интересно. На самом деле, вот, кухня начинается с того, что вы можете видеть то, что видят зрители, приходящие на съемки, спины гостей. Тот самый бар, за которым мы стоим. Вот, это все происходит в баре «Мяу», в нашем баре. Мы решили по полной его использовать, раз уж открыли. Че, аренда... Плотим, что проставить помещение. Вот. Что еще скажете, добавим? Это что еще? То, что хотелось бы ответить еще на несколько популярных вопросов, например, где Дудь, где Лапенко и так далее, и так далее. Нам бы самим очень хотелось к себе позвать и Лапенко, и Дудя, еще очень многих гостей, но не все имеют возможность к нам прийти из-за графика, из-за какого-то собственного понимания, как человека, может быть, которому не следует суваться в какие-либо проекты, кроме своего там личного. Ну, как в случае, например, с Лапенко. Он не особо любит ходить куда-то, наверное. Да. Ну да. Не, ну...
я думаю, мы к этому гостям и перейдем чуть позже, мы с радостью расскажем, потому что мы разместили в сообществе у нас пост, и вы нам написали огромное количество вопросов, тоже каких-то замечаний, предложений, мы сделали эфир в Клабхаусе с целью понять, потому что это единственное такое, наверное, прямое взаимодействие со зрителем, с нашей аудиторией, вот с вами, и наше сообщество в Ютубе, где вы нам написали тоже, и мы понимаем, что... Нам есть что вам сказать, вам есть что у нас спросить, есть какие-то вещи, которые вам интересны, а мы, у нас нет другой возможности вам об этом рассказать. Вот поэтому, наверное, эту штуку мы придумали для такого чуть закулисья, чуть бэкстейджа и откровения о том, что вообще у нас происходит, и снимаем мы шоу или не снимаем, что происходит на съемках. Ну, в общем, мы подумали, что здесь можем рассказать какое-то количество секретов того, да, что да. Больше нигде не можем этого сделать. Вот. Да, заходите в Клабхаус. Так вот, по поводу ближайших гостей. Ты откуда знаешь, у тебя Android вообще? Даже не был там. Тихо. У меня 8-й iPhone, 9-й. Это... Клабхаус, во, вообще рекомендую всем. Клабхаус это. На Ленинском проспекте, во, Клабхаус. Кальянчик надулись, вообще там Клабхаус. Меладзе. Ой, нет, вырежем. Да, про то, что мы начали действовать после как раз-таки Клабхауса, у меня была мечта позвать Меладзе, и я очень долго не решалась ему написать. То есть, у меня а был... тебя есть его номер вообще? У меня есть как его номер. Как ты получил номер Меладзе, можно узнать? Не знаю. Не помнишь? Просто позвонила ему, спросила, дай номер, вряд ли. Нет, ну у кого-то, наверное, и знакомого или... взяла. Не, я не стреляю номерочки на вечеринках, я, ну, у кого-то просто мне прислали контакт, и, то есть, как происходит, у нас есть два редактора по гостям, Аня и Саша, и они занимаются тем, что приглашают всех, кого вы видите у нас за барной стойкой гостями. Но если вдруг речь идет о, не знаю, каком-то прям Агутине, Слепакове или Меладзе, то тут за дело должна взяться я, а мне это очень сложно делать, потому что я стесняться начинаю сразу, да зачем им надо, да ну, да они все-таки не придут. И в случае, если они не приходят, для меня это трагедия, потом психотерапевт, нужно 10 занятий с ним. Вот, так что, ну, прям я так, я болезненно отношусь к отказам звезд, вы это знаете. И поэтому я предпочитаю просто не звонить, просто никак в это не лезть. Не моя война, пока. Вот, и тут, после Клабхауса, я написала Меладзе, я написала ему: дорогой Валерий, это ваш будущий друг Ира, я хочу пригласить вас выпить. Он написал, что, когда, где, какая форма одежды. Ну, короче, я заскринила этот момент, когда Меладзе печатает. Просто визгу было невозможно. Подкат отличный, кстати, вообще. Просто... Красивая вошла в его грешную жизнь. Плюс еще я зашла... То есть это правда какая-то была такая огромная атака с моей стороны. Такой план продуманный. Зашла я в зашла грешную в его, жизнь? Да, в грешную жизнь. Раз. Со всех сторон. В Инстаграм я увидела, он очень редко что-то публикует. Он выложил сторис на свою голову, типа, спросите меня о чем-нибудь, я на самый интересный вопрос отвечу. И я отправила эту его сторис, мне кажется, всем... Ну, вам я отправила, да? Да, да. Я отправила еще примерно 50 или, не знаю, 100 людям. Просто, типа, выделить всех с сообщением, типа, срочно спросите у него, когда он придет в бар в большом городе с любой формулировкой. И ему прислали все. Ему прислали, ну, Калинкин, Старикова, Стас просто класс. То есть просто даже, типа, люди с галочками ему писали. Я думаю, что он обязательно заметил это все. Поэтому я надеюсь, дрогнет у него сердечко-то его, и придет он к нам. Его барышня пригласила выпить. Ну, кому? Кто бы устоял? Вот это предсексия, да, Дмитрий, называется в твоей иммерсивной игре? В спектакле. Какая-то часть. Привет. Привет. Вот, это та конфета, которую мы сами для себя заготовили. Очень надеемся, что у нас получится вам ее тоже показать. Вот. Такой будет выпуск. Надеемся, конечно, сделать такой подгон роскошный к 8 марта. Уроды, блин. У нас есть... Что у нас есть? У нас есть какие-то вопросы к нам, да, которые мы получили во время эфира Клабхауса, которые мы получили в посте к сообществу. Вот. Первый люди вопрос, это, знать, конечно, да. Почему так часто пропадаешь? Это первый вопрос. Мы ответили, просто на то есть причины, мы не можем сами собрать себя в кучу и не можем сами начать действовать. Плюс есть еще графики гостей. Учитывая, что мы придумали шоу с селебами, это не только от нас зависит. Вот это только от нас мы вот взяли и сделали. Да, вот мы вот, да. Здесь мы... В апреле будет. Да. Сейчас напоминаю, 20 января, да? 2020 года. 2020 года, да. Вот, скоро будет, ребят, скоро смонтируем.
острый вопрос. Ну, как не то, что острый, самый частый. Вот меня всегда, если я где-то оказываюсь, меня всегда спросят: вы платите гостям? Ответим? Ответим. Да. Да. Блин, очень интересно. Итак. Ты, кстати, ты не знаешь? Или ты знаешь? А ты знаешь? Ты знаешь? Ну, я знаю, но, может быть, я и не знаю. Ну, скажи, что ты знаешь. Мы... Ну, мы признаем. Не платим гостям. Да, мы не платим гостям. Один раз мы звали Серова, кажется. Серова? Я люблю глаза. Тебя до слез. Рождественская небо. Да, его, все правильно, да. Какая пародия блестящая. Я все детство слушал, мама слушала. Да. Ну вот, я тоже. Я хотела реально споем его песню. Мы написали, типа, здравствуйте, приходите к нам. Написали агенту. И он написал... Как же там было сейчас? Я пьяный. Нет, сейчас. Там какая-то прям короткая фраза. Он ходит только за деньги от 600 тысяч рублей. Мы написали, да нет, пусть так приходит. Не надо, нам не надо платить, пусть так приходит. Ну, потому что нас настолько это возмутило. Типа, чего, блин, 600 тысяч рублей? А потом мы поняли, что у него был там какой-то хайп в этих... Передача Малахова была плохая такая на Первом канале, где все срались. Пусть говорят. Пусть говорят. Плохая такая. Ну, смотрите, злобная, где все реально все друг друга избили, трахнули, украли и так далее. Плохая в плане производства. То есть ее по-скотски производят. Вот. В плане не щадят человеческих чувств в этой передаче. И врут. Да. И этот чувак, он ходил туда, у него было какое-то разбирательство с барышней. Это то ли из «Дома-2» была, а какая-то оказалась эскортница или что-то. Ну, я сейчас не сильно. Короче, какой-то был с ним скандал. Там был скандал, и поэтому там эта передача набрала сколько-то там дофига просмотров, и он подумал, они хотят на мне хайпануть, а мы не знали, мы реально хотели «Под ними глаза» спеть. «Рождественское небо». Вот, такая история. Я хочу почитать комментарии, которые написали в сообществе на YouTube. Есть, ну, интересные. О, первое. Да. Предложение. Вернуть касатку, чтобы можно было снова стонать каждый раз в комментариях «Уберите касатку». Действительно, возможно, даже эти комментарии «Уберите касатку», вам не нужен соведущий, уберите демона. Возможно, они даже выводили в топ нас, потому что их было так много, что это работало. Нет? Ты прям ощутимо веселишь. Нет, слушай, ну, мне было, если честно, вообще очень плохо в те моменты. Обидно? Ну... За нас или за Димку? Да вообще в целом за всю эту ситуацию. Ну, то есть, честно, было непросто. Во-первых, мы не ожидали. Да. Вот. Мы не ожидали. И, ну, как бы в топ это не, все равно не выводилось. Ну, конечно, все равно это тормозило. Это вот. Прикол был в какой-то степени, равно как и комментарий. А, это был Рен, сорян. Да, я но про то, что ты говоришь, действительно, это было очень неожиданно, потому что нам так много писали. Ну, во-первых, он же наш, родненький, он же у нас, касаткой-то стал. И после нашего шоу он стал, попал в клип Little Big и пухляшом стал. И вот так все любили, и нам писали просто не меньше, чем сейчас пишут, почему так часто. Так часто пропадаешь. Или где выпуск, нам писали, позовите касатку, касатку, пухляша в шоу, вам нужно пухляша. И тут мы позвали его, и такое количество хейта обрушилось. Я, правда, не знаю, как он с этим справляется, потому что, ну, я бы, мне кажется, огорчилась очень сильно. Вот. Ну, а возможно, действительно, ну, это не совсем как бы в его... Органике. В его органике, допустим. Возможно. То есть понятно то, чем он занимается. Да, там он больше успешен, просто, там он органичен. Да. Там он получает классы, лайки, и все довольны, да. Да. Но, в общем, как это... Вот этот уровень какой-то, наверное, грубых, прям таких невежливых комментариев меня он тоже немножко задел. Я прям даже не знала. Мы даже с Диманом об этом разговаривали, но я восхитилась тем, насколько он, типа, ну, что поделать. Ну, он спокойно все это переносил, да, но тем не менее... Ну... Во-первых, мы ждем Лолиту. Во-вторых, Калинина и Буланову. Ну, камон, это мечта миллионов. Калинкин и Буланов, я так полагаю. Да, опечатка. Кстати, мы Буланову тоже ждем. Мы пытались связаться с ее директором 500 тысяч раз. Он решил, что не обязательно отвечать. У Татьяны и так много занятости, работы и концерты круглосуточные везде. Но потом я написала Татьяне в Инстаграм, и она сказала связываться с директором. Я говорю, блин, пингоните сами своего директора, потому что он вообще нифига не отвечает. Вот сейчас вроде он начал отвечать, мы ждем дату какую-то. И ждем, что она действительно к нам приедет. Калинкин тоже просто заготовлен у нас. Вот здесь стоит за дверьми, не выпускаем его из бара. Я лично очень жду истории с «Холодком» и «Город грехов». Это прям лучшее. Да, все и скучались по этим рубрикам. Мы, более того, тоже и скучались, но просто как-то мы настолько долго болтаем в начале в «Я никогда не», что у нас уже не остается. Это последние были выпуски, что там прям, да. Вообще, истории с «Холодком» я тоже люблю.
Да. Это всегда классно. Страшная история. Так, и старое оформление приелось, что ли? Короче, если делать разные заставки с рубриками, будет прям огнище. Это к Фаилю. Что? Заставочки нам сделаешь новые. Вы слышали, что он сказал? Правильно говоришь, оставили свои права. Какая наглость. Мы сделаем профсоюз наемных работников. А вот как вам. Поглядела комментарии. Что за огромная любовь к Калинкину? Я бы хотела видеть вообще тех, кого не приглашали. Слишком частые повторения лиц тоже плохо. Старый формат шоу привычнее, конечно, но мне и на изменения тоже было интересно смотреть. Это потрясающе. Насколько невозможно угодить всем. Нет, да это понятно. Просто фантастика. Слушай, мы тоже с этим, кстати, согласны. Мы очень сильно переживали как раз на этот счет, что вот мы не должны повторяться, потому что это плохо. Приветик. Привет. Заходите, можете тут раздеться и проходить в тот зал. Так, согласна, и это то, из-за чего мы загнались. Да, это вообще тема таких наших вообще и депрессий, и переживаний, и это был двигатель вообще того, чтобы что-то начать, короче, менять, и не всегда удачно. Вот. Так, привет, Ира и Кло, у тебя уже есть пример перемен. Оставь все как есть. Позови уже Гуфа, Кравца и какую-нибудь девочку не мямлю, а так все норм. Так Кравц же был у нас уже. Возможно, нужны конкурсы со зрителями в студии, чтобы было прям все непринужденно, все на одной волне. Приз там бутылка спонсора или мерч гостей, допрешь сама. Удачи. Выпуск-то ждем, но не знаю, кто переплюнет прошлый. Вот тоже не знаю, кто переплюнет. Блин, кстати, про Гуфа. Гуф – это второй чувак, который написал ценник. И там было вообще еще эпичнее. Мы пишем Гуфу, и там даже ни привет, ни здрасте, просто миллион. Ну, а чё, Гуф? Можешь себе позволить, наверное? В принципе, или нет? Гуф? Или не можешь? Лям? Да правильно все делает, конечно. Да не, мне кажется, знаешь, я поддерживаю эту штуку. Когда ты что-то не хочешь делать, то надо сделать так, чтобы у тебя был какой-то резон. Просто вот, он был тогда на волне хейта, и как бы получается, каждый, вот куда бы он ни пришел, бы его скорее бы хейтили, правильно? То есть, если тебя хейтят, пусть за день. Что, да. Сделайте же выпуск с Навальным, у него много всяких историй про трусы, ёршики и белые презервативы. Хорошо, обязательно сделаем. Пашу техника хочу увидеть. Блин, я хоть в каждый выпуск. Вообще, мы обожаем, это лучший выпуск. Между прочим, это тот выпуск, в котором от нас отказались все партнеры. Да, все интеграции, но мы не пожалели, потому что это было лучшее, что случалось. Ваша любимая фраза. Везде где-то есть дед. А блин, что-то еще там было сейчас, что-то мы прям вообще очень любим. Как Борис пожелает на данный момент? Я очень рад всех вас видеть. Александр, Елена. Александр и Елена. Блин, обожаю. А еще идти и не помыть руки. Это главное. А, да. Не помыть руки и уйти. Это главное оружие гангстера. Не, вообще это реально, это единственный выпуск, который я пересматривал раза 4 точно я пересматривал. Я очень смеялся, когда мы монтировали. Мне вообще кажется, не знаю, это максимально как-то underrated. Ну, то есть там, понятно, происходила какая-то вакханалия и так далее, но если так задуматься, просто за одной барной стойкой эти люди втроем, то есть это реально какой-то либо сон, либо бэт-трип чей-то, короче. Незлобин, Хакамада и техник. Это капец. Классно было бы, когда гости были бы с разных возрастов, разных сфер. Тогда было бы очень интересно смотреть. Когда все гости так давно знакомы между собой, не очень интересно смотреть. Кому из них верить? Вот кому? Мне кажется, скорее, из одного проекта не так круто. Хотя, смотри, что за проект. Понимаешь, если это там вот Пос и Кос, например, да, которые очень хорошо органично взаимодействуют, и при этом они не так сильно друг друга достают, как ребята с импровизацией, то это было бы прикольно. Я бы хотел Максима Каца, конечно, увидеть. Мне интересно посмотреть его, так скажем, out of character, то есть какой он, когда он рассказывает байки про себя, а не вещает про историю или политику. Интересно. Не знаю, захочет ли он прийти. Не, я на самом деле очень за. Мне бы очень хотелось имена его позвать, но он пока вроде не идет, девчонки говорят. Пивоварова, но он собирался, у него какая-то была гастроль. Пивоваров был просто шикарно. Да, очень круто. Так. Кукушкина. Вот. Кукушкина хочу к вам. Он, кстати, должен был у нас быть в выпуске, где был Налич. Где был Азамат, Гавр, там должен был быть Кукушкин. Просто он должен был нас выручать, потому что я не помню, кто у нас отвалился. У вас Налич был? Да.
невнимательно, не знаю материал. Твой краш. Мой краш, я была влюблена. Вообще, это не классная история. Давай разведемся. Не классная история, он не знал, куда. Куда идет, но согласился. Короче, сейчас рассказываю по очереди. Значит, сначала я звоню, я пишу Кукушкину в Инстаграм, типа, Никиточка, пожалуйста, приходите к нам. И он такой, типа, окей, хорошо, ладно, могу. Мы с ним созваниваемся, и в течение, мне кажется, часов 3 разговариваем просто уже не только об историях, но нам же нужно анкету, чтобы он заполнил. А он, ну, не суперстабильный персонаж в плане, может, ну, просто, а что, был неохота, я ничего не написал. Давайте по телефону, говорит, давайте. Мы с ним в течение 3 часов разговаривали о каких-то материях, о том, что есть любовь, счастье, вообще существование вселенной. Просто Миша сидел, типа, нам надо готовить выпуск, и Миша такой, бля. Ну, камон, ну что, ну завтра, да, обсудите, может, уже не надо, может, и тебя не надо завтра, а, вот, и он прямо в последний момент, окей, класс, согласился, и он говорит, я типа поехал к Палю в гости, сейчас мы там что-то с ним еще додумаем, и он мне ночью, посреди ночи пишет, я утром читаю сообщение, типа, в 8 утра от него про то, что, типа, ЧП, не смогу. А, возможно, не смогу, что-то такого плана. Есть ли шанс переиграть? И я скорее мы начинаем думать, что делать. Ну, то есть у нас все через, там, не знаю, 5 часов съемка, через 6 часов съемка. Мы начинаем что-то делать, начинаем резко кого-то искать. И я тут вдруг вижу, я подписана на Налича. Захожу, он что-то выложил, там, какой-то концерт или что-то еще. Я захожу к нему на страницу и просто ищу. Может быть, Налича, может быть, что вообще делать? Да, да. И нажимаю «позвонить», звоню, и мне говорит Налич. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Петр, мы это комбинировать. Хорошо, когда? Я говорю, сегодня. Окей, да, пришлите адрес, все, хорошо, я буду. Да, до свидания. Приходит, и потом он даже, по-моему, анонс какой-то выложил. Смотрите на ТНТ или где-то еще. Ну, мне казалось, что я ему сказала, он, видимо, как-то не послушал, не осознал, но это было очень, очень мило, очень приятно. Ну, понятное дело, как он не юморист, естественно, и там никаких суперразрывов от него не было, но то, что он в конце спел «Давай разведемся». А, да, он спел «Давай разведемся». Ты да, вообще просто, говоришь, ну, мне классно, чуть пришел, слышно. Это очень классная история. «Давай вообще, мы катались на твоей бордовой, вишневой. Вишневая Митсуба. Ира презирала нас, когда мы называли вишневую Митсубиси красной. Красную Митсубиси они назвали красной, да. Оттенок. Вот, и мы слушали в ночи это «Давай разведемся». Лето, Воронеж. А я еще, знаете, что хотел сказать? Что выпуск с Дороховым, что в ЧБД, что у нас, мне кажется, провел очень важную черту. Если раньше все гонялись в такого рода шоу за звездами, то сейчас становится понятно, что важнее не звезда, а важнее именно человек с харизмой, да, и человек, умеющий разгонять, умеющий шутить. Я надеюсь, что это позволит шоу нашего формата, всевозможным, там и Петя любит выпить и так далее, уйти от того, чтобы гнаться именно за звездой, и зрителям станет понятно, что не так важно позвать там какую-то звезду, как важно позвать крутого чувака, и, может быть, вы для себя как раз откроете. Многие открыли для себя Дорохова после ЧБД, после нашего шоу. И это круто, что, что очень много как раз таки юмористов существует, которые там, где-то, может быть, даже сценаристами работают, у Урганта и особо не светятся. Мы а ребята интересные, крутые, и поэтому... Не спешите не кликать на видео, если вы там не видите какую-то мегазвезду. Вполне возможно, что там вполне себе интересный и яркий персонаж, которого вы для себя откроете. Я абсолютно согласна. Более того, это была вообще наша мечта, когда мы начинали делать. Мы думали, мы сделаем сейчас сезон типа со звездами, ну, второй сезон со звездами, а потом, и это вообще была цель. Потому что изначально предпилотный выпуск мы делали с друзьями, и он получился очень смешным, очень классным. Он, кстати, где-то вмонтирован, по-моему, в неизданном он есть. Отрывок. Но это работает, и у нас такие офигенные друзья, и вообще, ну, в принципе, в мире есть столько классных, интереснейших людей. Мы прям мечтали и надеялись, что мы сделаем сезон, где мы будем звать по одному гостя. Вот как у нас условно был чувак из зала, Данила. Данька, да, да, к нам пришел. И мы думали, что будем такого добавлять. Но, конечно, вот эти все комментарии, что за нонеймы, что за нонейм, разрывают мне сердце. Я представляю, насколько это вообще влияет на людей, когда ты вроде что-то еще делаешь, чем ты занимаешься, либо тебя позвали в передачу, и тебя, фу, нафиг, мы хотим смотреть Лолиту и Поперечного, что за нонейм с ними сидит. Вот. Но при этом удивительно, что... Ты что? Рекламируешь Android? Скоро снимаю. Уже снимаем. Диман, мы это все работаем. Мы и так снимаем, да. А я сторис буду, с чего выкладывать? Правильно. Ну, пусть поснимает. Пусть снимает, Миш. Вот, короче, мысль в том, что,
Что какая? Про то, что вот это правда надо как-то определиться, понять, либо просто не обращать на это внимания, потому что очень много людей пишут и нам говорили в Клабхаусе о том, что зовите неизвестных людей, зовите просто интересных людей, классно было бы послушать на каких-то там выдающихся людей посмотреть, или зовите кого-то там из тусовки, позовите всех режиссеров, позовите там того-то, того-то, того-то. Это классно, но просто сами же вы нам напишите в комментариях, что за нонеймы, и не посмотрите, и не нажмете. Будем приучать, да. Будем работать. Понятно, вы у нас. Ребят, погодите, ну вот кстати, насчет вот этого формата, сюда там мы точно же можем звать. А, кстати, да. Вот, кстати, вот кстати, реально, да. Вот сюда мы можем позвать вообще всех, о ком мы мечтали. Я бы сюда Гуфа позвал. За лям. Нет, из всех, вот из этих чуваков, которые очень классные, но... Считаются ноунеймами. Но якобы ноунеймы. Я считаю, это на самом деле это правильно. Потому что, ну, например, я могу понять зрителей, которые не хотят видеть людей, которых не знают. Ну, как бы в этом тоже это же часть нашего шоу. То есть мы показываем известных людей чуть с другой стороны, и в этом как бы, ну, есть, да. Есть определенная фишка. Так что я не хейчу тех, кто хейтит ноунейм. Поняла. Ну что, я думаю, пора заканчивать, завязывать. Мне кажется, мы обсудили больше, чем вообще должны были, больше, чем планировали. Мне в голове, я эту жизнь вот так, тебе. Понятно. Слушайте, давайте Киркорова такую мы позовем к нам. Неплохо. Киркорова. Пройдет в дверь-то. Да, согласен. Блин, я правда мечтаю. Помогите нам, ребята, пожалуйста. Нам вот прям реально сейчас нужна помощь. Это то, с чем мы можем обратиться. Возможно, это будет суть этого нашего всего видео записанного, этого нового родившегося шоу без названия. Кстати, придумать название шоу вот этому. О, давайте, кстати, реально это тоже. Первое. А второе – это позвать Киркорова. Придумайте, пожалуйста, любыми вообще мыслимыми и немыслимыми путями. Пригласите его в бар в большом городе, если вы хотите видеть его у нас гостем. Сделайте это, пожалуйста. Если вы сам Киркоров, пожалуйста, напишите нам. Позовите себя, пожалуйста, сами. Вот, это первое, что я хотела сказать. Второе, я хотела закончить уже это все. Ждем от вас гостя в виде Киркорова, помощи с его приглашением. И второе... Перевалил ответственность. Давайте, ждем от вас новых выпусков. Давайте там сами камеру поставьте. Сейчас мы тогда просто выложим, и кто-то из вас там... По-любому есть какие-то монтажеры, да, нас смотрят, смонтируют. Смонтируйте вот это тоже. Мы просто ссылку на Google Диск сейчас. Спасибо, что вы у нас есть, ребята. Вы лучшие! Так, подождите, что я говорю? Да, про Киркорова сказал, все. Второе, придумать название этому шоу, это не подкаст. Придумать название этому не подкасту. Больше таких микрофонов, я надеюсь, не будет. А если я сейчас придумаю хорошее? Ну, давай. Ну, не сейчас, а скоро. Ну, давай. Ну, ты говори пока. Название не подкаст. Не подкаст, нормально. Вот, и что я еще хочу сказать? Все, спасибо вам, что были с нами, спасибо, что ждете выпуск, мы тоже его очень ждем, и скоро родим его вот этой удивительной семьей, и не только, нас еще очень и очень много, правда ведь? Мы забыли, знаешь, что сделать самое главное? Че? Димона поздравить с подстрижкой. О, давай. Так, давай нормально. Так слабо. Я не умею. Давай офицерскую ногой. Да нет, давай сделай ближе к микрофону, чтобы щелкнуть. Давай. Хорош. Хорош. Ну, блин. Не выпасть больно. Какая же ты слабая.